Привет, ребята. Хотел зайти в посудоцентр, а он закрылся навсегда. Никуда не переехал. Закрылся навсегда. А я гуляю по городу. Вот такой вот город Белгород. Вот такая вот красота. Это город Белгород. Чистый, хороший, ухоженный город Белгород. Не забываем подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить первым увидеть видео. Смотрите и наслаждайтесь. Вот такой вот город Белгород. А мы идем гуляем. Вот такой вот город Белгород. Красивый, хороший город. Вот такой вот город Белгород. Вот так вот я хожу прогуливать, гуляю. Вот такой вот город Белгород. Красивый, ухоженный город Белгород. Такая вот красота. Ставьте лайки. Поддержите мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить первым увидеть видео. А мы идем дальше. Вот, вот такой вот Белгород. Идем гуляем. Вот такая вот детская площадка была. Футбольная. Футбольная детская площадка. Сейчас уже разбили покрытие. Никто, наверное, не играет здесь в футбол. Везде все заросло. Вот так вот мы идем гуляем. Будет что-то интересное, еще включусь. Вот такая вот детская площадка. Вон, горка уже заросла травой. Никто ничего не убирает, не благоустраивает. Вот такая вот территория. Неблагоустроенная территория. Такая вот территория. А мы идем дальше. Вот такая вот горка. Вся травой поросла. Идем дальше. Вот она. Что-то будет еще интересное, я включусь. Вот такой вот фонтан за мной. Вон красивый большой фонтан. Смотрите, люди. Вот такой вот фонтан. Идем дальше. А вот он памятник. Памятник афганцам. Вот такая вот красота, памятник афганцам. Идем гуляем дальше. Вот, вот такая вот техника. Вот такая вот техника. Идем гуляем. Такая вот техника, такие вот танки. А мы идем гуляем. Вот такие вот танки. Вот такая вот Катюша. И такой вот новый самолет. Л-7. А вон через речку Веселка. Микрорайон Париж. Такая вот техника военная. Вот такая вот аллея. Вот такой микрорайон Париж. Всем до новых встреч.